Приветствую вас. Как мне кажется, ситуация, которую вы описываете, во многом связана с травмой, которую вы получили в результате определенных проблем в ваших отношениях. Вот. И, конечно, совершенно очевидно, что ваше желание здесь, оно по факту является производным от этой самой травмы. Вот, то есть как бы это появилось как реакция на драму. Удивительное дело, что сами вы, если я правильно вас понял, именно на драму не нацелены. И именно на решение вопросов, связанных с травмой своей, также не нацелены, а нацелены вы больше, как мне показалось, именно на аспект перенаправления, сублимации этой самой энергии. Вот, и, как мне кажется, в общем-то, решать вам, вот. Решать вам, как мне кажется, этот вопрос вне всякого сомнения. Вот, но мне видится, что здесь целесообразнее было бы, наверное, все-таки поработать с вашей травмой, возможно, поработать с вами обоими, то есть, ну, я имею в виду, вот, именно помочь вам как-то до конца, может быть, прожить то, что вы чувствуете до конца, прожить то, что у вас болит, вот, чтобы вам было легче. А тогда уже смотреть относительно того, что с этим делать дальше. Я думаю, что одна из таких ключевых или корневых проблем является ваша самооценка, ваша уверенность в себе, вот, то, что в общем и целом сейчас, на мой взгляд, и продолжает играть существенную роль в восприятии того, о чем вы говорите. То есть факт обмена, факт ваших фантазий и так далее. Вот. Как мне кажется. По крайней мере. И соответственно, на это нужно в первую очередь, как мне кажется, обратить вам свое внимание. Все остальное это не столь важно, как мне, опять же, кажется, и является следствием. Является следствием
первоначальной проблемы. Если точнее, то первоначальной вашей невнимательности к себе самому, если вот конкретно, потому что вы это не прожили, а вот с женой получается до конца вы это не проговорили, и как результат получается то, что получается. Вот. Хорошего, конечно, мало в том, что вы описываете действительно подобные эксперименты часто на брак влияют. Крайне негативно. Вот. Конечно же. Вот. Бывают позитивные случаи. Вот, но это скорее редкость. То есть это скорее такое, знаете, исключение из правил, нежели чем правил. К моему большому сожалению. Поэтому решать, конечно, вам, вот, как в этой ситуации себя вести, как вам действовать, вот, решать, конечно, вам. Но я вот со своей стороны, как мне это видится, я сказал, то есть мне это видится вот исключительно вот в таком контексте, да, именно вашей травмированности, измены и, в принципе, это нормально. То есть, ну вот, то, что вы, ну, травмированные оказались, да, это более чем нормально. Абсолютно. Другой вопрос, что сейчас вы усиленно этого избегаете, как мне кажется. Другой вопрос, что усиленно вы, как мне кажется, пытаетесь вот сделать вид, что не было ничего, вот, что можно решить проблему, просто воплотив какую-то фантазию, вот, но на мой взгляд, ваша травмированность никуда не уйдет. Вот. На мой взгляд, ваша травмированность не исчезнет от того, что вы реализуете
свою фантазию. Вот. Ну, опять же, это мой взгляд на ситуацию, и я могу ошибаться. То есть не нужно как-то думать, что я истинно в последней инстанции. Это не так, совершенно не так. Вот. Просто вот с точки зрения своего опыта, с точки зрения практики, вот с точки зрения моих знаний, вот, это выглядит так сейчас. Как это на самом деле, да, нужно еще выяснять, нужно еще смотреть, нужно разбираться, вот, там нюансов много, как много нюансов в отношениях, ну, между вами, вот, я имею в виду в отношениях между вами и вашей женой много нюансов есть, вот как. Есть много нюансов в отношении именно вашего, вот, ну, восприятия себя. И на все это, мне кажется, имеет смысл обратить внимание. Вот. Потому что можно насовершать ошибок, вот, за которые вы сами себя потом, в принципе, будете корить. Вот. И ничего хорошего из этого не выйдет. От слова вообще. Понимаете, да? Да? Вот. Поэтому сначала разобраться в себе, сначала как-то поисследовать себя, сначала поисследовать ваши, может быть, и психологические состояния, да, и поисследовать ваши желания, и поисследовать ваши приоритеты, и уже потом решать, как действовать, вот, чтобы и себе не навредить, да, и жене не навредить, если для вас это важно, если для вас это актуально. А дальше, я думаю, вы уже, в принципе, могли бы сами понять, в каком направлении вам двигаться. Вот. Поэтому мне бы не хотелось, честно говоря, какую-то однозначную здесь позицию выдвигать. Я не думаю, что ваши вот фантазии, которые у вас есть, это прям так очень плохо. Вот. Я так не думаю, что это прямо очень плохо, да, я думаю, что
важнее здесь то ли, вот, на самом деле, то ли это чего вы хотите. Вот, вот это, мне кажется, важнее, важнее то ли это чего вы на самом деле хотите. Пока что просто выглядит это вот таким, ну, весьма специфическим образом, я бы так сказал. Вот. И, соответственно, вам и именно поэтому в начале, как мне кажется, нужно с собой разобраться, вот, а уже только потом решать, какие желания вы хотите воплощать и экспериментировать. Вот. Вот потому что вы, например, говорите, что вот вы своей женой делились своими фантазиями. Вот, но как-то вот пока непонятно, как она отреагировала. Да, то есть что она говорит. А согласна она, поддерживает ли она вас в этом или нет. Это тоже, я бы сказал, в некотором смысле ограничивает нас, то есть, недостаток информации, вот, ощущается, потому что как жена относится, вообще непонятно к этому. Вот. Согласна она попробовать, не согласна, так далее. То есть вам бы в целом бы как-то вот, знаете, поувереннее бы стать, вам бы в целом получше о себе думать, вам бы вот, в целом бы лучше себя чувствовать. А дальше уже, я думаю, какие-то вещи, ну, сами бы собой разрешили, да. Не все, понятное дело, не все, но тем не менее. Вот. Какая-то такая история. На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Вопросы вы никакого не задавали. Ну, я имею в виду сами. Вопросы никакого вы не задавали. Вот. И не задаете. Поэтому не совсем понятно, что вы хотите от психологов. Я надеюсь, что он... мой ответ немножко поможет вам с этим определиться с тем, что вы хотите таки от психологов, вот, и, соответственно, уже потом, опираясь на это, заниматься психотерапией, потому что совершенно очевидно, что вам она нужна. Вот. И жене, точнее, вам с женой. Ну вот, как бы, сеансы, может быть, сначала с вами, да, потом с женой вместе. Вот это был бы идеальный вариант, но я не знаю, как вы относитесь к этому, не знаю, согласны ли вы на это, на такой вариант. Вот, но это было бы хорошим решением проблемы, особенно если вы беспокойтесь за, например, своих, ну, за ваших детей. Вот, что, в принципе, импонирует,
Вот, ну, лично мне, да, и мне кажется, что человек вы ответственный, но эта ответственность может идти в ногу с не совсем, к сожалению, позитивными моментами, вот, такими как некоторая тревожность, такими как некоторые страхи, и т.д. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.